Концерн «Балтийская газовая компания» – лидер российского рынка производства и поставок бытового газового оборудования. Более 15 лет он успешно выполняет свою главную задачу – обеспечивает потребителей современной и качественной техникой, повышающей комфорт и уровень повседневной жизни. Концерн образован в 1995 году. Работа ведется по следующим направлениям. Производство газовых водонагревателей, котлов и отопительного оборудования под марками «Нева», «Невалюкс», «Мастергаз» и «Векторлюкс». Реализация бытового газового оборудования оптом и в розницу. Сервисное обслуживание. Замена и установка приборов учета газа. Комплекс работ по отоплению и горячему водоснабжению помещений. Газификация объектов, проектирование и монтаж инженерных систем. Замена бытового газового оборудования в рамках государственных программ. Ленинградский завод газовой аппаратуры «Газаппарат» основан в 1945 году. С 1952 начат выпуск первых двух и четырех конфорочных газовых плит, с 56-го газовых водонагревателей. В начале 90-х годов завод оснащается европейским автоматизированным оборудованием, увеличивает модельный ряд выпускаемой продукции. Новый век завод «Газаппарат» встречает как одно из самых передовых предприятий отрасли. Армавирский завод газовой аппаратуры основан в 1994 году. В 2007 на предприятии проводится переоснащение оборудования, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. В 2009 завод приступил к выпуску настенных газовых котлов и водонагревателей марки «Мастергаз». Высокие технические характеристики и современные потребительские свойства будущей продукции концерна обеспечивает специально созданный инженерно-технический центр ИТЦ. Начальный проект изделия создается при участии отдела технического маркетинга центра. На основе его рекомендаций отдел главного конструктора создает новые модификации изделий. Опытные образцы продукции изготавливают в лаборатории инженерно-технического центра. Технические и потребительские свойства наиболее перспективных из них испытывают в центральной газовой лаборатории. Если технический совет концерна принимает решение о серийном производстве нового изделия, к работе приступает отдел главного конструктора. С применением современных компьютерных технологий он подготавливает конструкторскую документацию. Отдел главного технолога разрабатывает технологические процессы для крупносерийного выпуска. Конструкторское бюро технологической оснастки разрабатывает документацию для изготовления оборудования, инструмента и оснастки. Современное металлообрабатывающее оборудование опытно-инструментального производства обеспечивает высокую точность и качество всех необходимых для массового выпуска продукции инструментов, деталей и узлов.
даже когда новая продукция запущена в серийное производство, инженерно-технический центр не прекращает свою работу над ней. Повышение качества и улучшение потребительских свойств продукции – процесс, не имеющий завершения. Часть всех необходимых в производстве комплектующих изготавливается здесь же, на заводе «Газаппарат». Одна из важнейших деталей водонагревателей котлов – теплообменник – производится в трубном цехе завода. Технологический процесс начинается со штамповки и набивки медных ребер в автоматическом режиме. Универсальном автоматизированном станке, который может гнуть трубы в трех плоскостях, изготавливается змеевик. С его помощью формируется мечайка – медная рубашка для теплообменника. Затем происходит сборка и пайка теплообменника в 18-метровой печи. Все процессы пайки автоматизированы и полностью исключают выход бракованного изделия. Еще один важнейший базовый узел водонагревателей и котлов – газовая горелка. Ее секции собираются в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Составные части горелки – рассекатель пламени и корпус секции – выходят с двух штамповочных линий. Трансфер в автоматическом режиме собирает и стыкует эти части, отправляет их на транспортер, который доставляет секции в бункер, откуда они передаются на завершающий участок сборки. Отличительной особенностью газовых горелок завода «Газаппарат» является применение рассекателя пламени, выполненного из нержавеющей стали, что обеспечивает необходимую долговечность продукции при эксплуатации. Благодаря высокой точности изготовления рассекателя пламени горелки, выброс угарного газа ниже требований, предъявляемых ГОСТ. Из трубного и штамповочного цехов изделия поступают в сборочное производство, где собираются водонагреватели и котлы. Сборочный конвейер – важнейший участок производства. В его главном цехе работают три проточных линии, позволяющие производить аппараты различного типа.
сошедшие с конвейера водонагревателей и котлы проверяются на испытательных стендах. Вся продукция завода проходит многоступенчатую систему контроля. Первый этап – контроль качества входящих материалов и комплектующих. Второй этап – контроль изготовления отдельных узлов. И третий этап – контроль готовой продукции. Все водонагреватели и котлы тестируются согласно государственного стандарта приема остаточных испытаний. Проверяется система безопасности, герметичность, утечка газов, функциональность, электробезопасность. Завершающий этап – облицовка и упаковка готовой продукции. Продукция, поставляемая Балтийской газовой компанией, современное высокотехнологичное бытовое газовое оборудование как собственных торговых марок, так и ведущих российских и зарубежных производителей. Бренды «Нева», «Невалюкс», «Мастергаз», «Вектор Люкс» хорошо известны широкому кругу потребителей. «Нева» и «Невалюкс» производятся Санкт-Петербургским заводом «Газаппарат» и представлены в нескольких модельных классах. Аппараты эконом-класса «Нева» со встроенным автоматическим розжигом просты и надежны в эксплуатации. Экономичная цена и высокие потребительские свойства обеспечили этой модели высокую популярность на всей территории России. В конструкцию водонагревателей комфорт-класса «Невалюкс» включены узлы автоматики японского и немецкого производства. Это позволяет моделям комфорт-класса «Невалюкс» встать в один ряд как по потребительскому комфорту, так и по дизайну с европейскими лидерами по выпуску теплового оборудования. Водонагреватель премиум-класса «Невалюкс» – самая совершенная модельная линия водонагревательного оборудования. Конструкция аппаратов усовершенствована такой значимой функцией, как автоматическая поддержка заданной потребителем температуры воды. Под маркой «Невалюкс» заводом выпускаются и настенные двухконтурные газовые котлы. Их модельный ряд включает аппараты с открытой и закрытой камерами сгорания, что позволяет их использовать для отопления помещений и нагрева санитарной воды. В конструкцию котлов включены узлы и детали итальянских и немецких разработчиков. «Мастергаз» – под таким новым брендом Армавирский завод газовой аппаратуры в составе Балтийской газовой компании вывел на рынок полный комплекс оборудования для построения систем отопления и водоснабжения. Он включает газовые настенные котлы, газовые проточные водонагреватели, металлопластиковые трубы для систем отопления и водоснабжения, обжимные и пресс-фитинги для металлопластиковых труб, шаровые краны для воды и газа, радиаторы отопления, счетчики газа. Разработанные на основе передового мирового опыта, модели котлов «Мастергаз» оснащены современными системами безопасности, имеют компактные размеры, способны отапливать помещения площадью до 240 квадратных метров. «Вектор Люкс» производится на зарубежных предприятиях и отвечает требованиям государственных стандартов Российской Федерации. Под маркой «Вектор Люкс» выпускаются бытовые газовые водонагреватели, напольные котлы «Вектор Люкс», радиаторы «Вектор Люкс», диафрагменный счетчик газа «Вектор Люкс». Готовая продукция поступает на центральный склад в Санкт-Петербурге, откуда отправляется во все регионы России. Складские помещения оснащены современной подгрузочной техникой, удобными стеллажами. В помещениях поддерживается специальный температурный режим. Благодаря профессионализму логистической службы концерна, отгрузка товара производится качественно и оперативно. Thank you.
Продукцию концерна «Балтийская газовая компания» можно встретить более чем в 5000 магазинах России и стран ближнего зарубежья. Главный офис «Балтийской газовой компании» находится в Санкт-Петербурге. Для расширения географии продаж и приближения к конечному потребителю на территории России работают 7 филиалов концерна. Розничные продажи в Санкт-Петербурге осуществляются через торговую сеть «Ленгазаппарат». В специализированных магазинах представлены все торговые марки концерна «Нева», «Невалюкс», «Мастергаз», «Векторлюкс», а также крупнейших зарубежных и ведущих отечественных производителей. Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области работает специализированный многоканальный колл-центр Балтийской газовой компании. Его специалисты оперативно отвечают на все интересующие вопросы клиентов, принимают заявки на установку и ремонт бытового газового оборудования, помогают связаться с различными службами концерна и разрешить возникающие вопросы. Работает колл-центр круглосуточно. Одно из важнейших направлений деятельности концерна «Балтийская газовая компания» – сервисное обслуживание. Оно включает техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, обслуживание газовых котельных различной мощности, замена и ремонт бытового газового оборудования, установка счетчиков газа. Служба газификации специализируется на создании систем теплогазоснабжения объектов недвижимости, проектировании инженерных сетей теплогаза и водоснабжения, газопроводов, котельных, выполняет строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Балтийская газовая компания газифицировала более 250 объектов северо-западного региона. Среди них жилой комплекс «Южная долина», Мариинский театр, автосалоны «Порше», Nissan Infiniti, торговый комплекс «Мега Дыбенко», промзона «Парнас», собор Святой Екатерины в Пушкине. Осуществлена городская программа по проектированию устройств системы газоснабжения объектов жилищного фонда для льготной категории граждан. Вся деятельность концерна «Балтийская газовая компания» направлена на постоянное улучшение технических и потребительских свойств производимой продукции, на внедрение современных технологий и повышение качества обслуживания. Комфорт и удобство потребителей, пользующихся современным и качественным газовым бытовым оборудованием – главная задача и заслуга концерна «Балтийская газовая компания».